Здравствуйте, готов у нас следующий заказ на маникюрный стол для нашего покупателя из города Челябинск. Моделька сделана на основе нашей модели M126. Выполнена она в цвете Чикаго Бетон серый от производителя LDSP Egger. Установлена вытяжка от компании Polarus, моделька TD Master, вот такая с воздуховодом. Левая у нас часть стола состоит из бутылочницы, значит, с ограничителями на каждой полочке. А правая же часть — выдвижная полочка, вот такая вот, и три одинаковых выдвижных ящика. Значит, здесь у нас блок розеток расположен, 5 штук, и одна розеточка со стороны клиента. Помимо этого, здесь вот сделана такая вот полочка для клиента, чтобы можно было положить, допустим, там телефон, когда заряжается. По размерам стол получился: общая длина 131 сантиметр, глубина здесь 51 сантиметр, высота 80 сантиметров от уровня пола. Вот такой вот маникюрный стол у нас готов для наших покупателей из Челябинска.